А, я помню, да, ты постоянно тут говно на этом очке жрал, на этом. Хорошо ты ездишь, пиздец. Зато остановился. Ну да. А куда тут звонить? Мне страшно, это мой самый первый гараж, понимаешь, как онлайн. Сейчас что-то будет. А где тут звоночить? Я тут не вижу. А вот, вижу. Даже. Пиздец, не заходи. Я захожу. Ответьте. Сейчас я, потому что если на пиксель правее пройду, сразу выйду из этого гаража. А чё такое, все такое, хер знает какое, даже не знаю. Ну у тебя просто разные машины, разные... Разные машины, разные, упа. Нет, я имею в виду здесь спортивного, здесь этот буконьер, этого у гульки крашить, и это вообще... И самый сыр, это вот это вот, где сзади вот тут в пиксель вот тут жирается в текстуру. Да, и стручек спинастый. Кусок говна. Все, уже полный сервер каких-то говноедов, уже 2-3 босса еще там. Все жрут говно. А почему у тебя на картинке шляпа? Ты же не в шляпе. Нет на картинке шляпа. У меня есть на картинке какая-то радужная шляпа, такая бабкина какая-то вклеена. Ну, я не могу шляпки. Какой-то кахан какая-то. Ой, знаешь, по сравнению с тем, что у меня, это... Ты видишь, что у меня там эксклюзив есть? Все, тут на катафалк распродажа, все покупайте, сейчас я зайду за другую кучу, буду покупать. Вот это, блять, вот этот сырок мне больше нигде не достать, ёпта. Разве он продавался же? Сейчас тоже продается? Он и до этого продал, да, по-моему. Вот это я понимаю, да, это, конечно, тут со вкусом так все сделано, мне со нравится. Вкусом и с сахаром, с песочком? С песочком и сахаром. Сахаром. Просто... Очень удобно, вместо чего надо зайти к тебе в квартиру, а потом в гараж. Опа. Просто пиздец. Просто пиздец. Да. Стоило того, да. Когда ты просто доиграл в игре 1200 часов, у тебя только один гараж с этими какахами просто стоит. Все. Какой аутист. Просто. Ой, блин. А я помню, подожди, как... а что у меня за то персонажа 4 дома только? У меня даже... У меня в этом бомжатском городе даже ничего нету. Все, пиздец. Все, мы посмотрели, все за моего персонажа, можно выходить. А, ну. Да чё мне куда-то? Да чё какой-то дед пришёл? Хмака, это хуяч. Всё, я выхожу из этого персонажа, спасибо. Я всё осознал, я всё понял. Вы покинули организацию какахи. Слеза скупая, по что не дети чё? Да, по что? Он такой дорогой. А чё за лурчёр? Я сейчас лурчёр тоже куплю, сейчас полностью. Подожди. Какой офисный гараж? Всё забито, подожди. Гараж пентхауса забито, мастерская аренда. Гараж ночного клуба пустой, забивать! Какахами быстрее! Пока со скидочкой. Ты в шоп вообще. А в смысле, почему машина Handbands Grave, она чё, не бесплатная, да? Хорошо, но бесплатно. Бесплатная, да. Нихуя, 420 тысяч уехало в жопу. Я сейчас, если куплю еще этот ебучий Санктус, у меня Google забанит, блядь. Google забанит. Google. У меня все копейки. Microsoft Bing забанит. Microsoft Bing забанит. Все, я все это говно купил, я поехал тебе делать. Да я уже там, все, мамочка. Доброго дня. Я могу только дверку приоткрыть, подожди. А там гроб сразу же за сидушкой, конечно. Рожу поверни. А, ну да. Вот, поехать. Тебе видно, и мне видно, поехали. Блять, я хотел закрыть! Сразу же просто. Да-да-да. А там можно жопу? Подожди, остановись секунду. Открой, все. Мы так выполняем, пиздец. Закрой. Ну все, я нажал. Блин, эта машина, она, конечно, уродливая, пиздец, но она так дрифтует.
Мне почему-то смотреть спереди кажется, что такой сырочек. Смотришь сзади? Ну как у вас? Нет, у вас наоборот. У вас со всех сторон смотришь на вашего персонажа, вообще жить не будет. Спасибо, спасибо! Спасибо! Побольше мне комплиментов насыпать. У меня популярность в клубе ноль. От вас Шри-Ланкой пахнет. Уйдите давай отсюда, пожалуйста. Да иди. Но если поедет какой-то дед на велике сбоку, я не увижу, просто мальчик будет валяться в параше. Я от первого лица так интересно выглядел, тебе скажу сейчас. Надо прятаться от полиции. О, смотри, какой сырок черный стоит. Да, понятно. А чё просто? А чего? Понятно, такая женская, да. Арифметика будет. Пиздец, блядь. Интересно, можно за АИ понаблюдать. Да. Спасибо. Она просто разворачивалась. А, ну да. Я пока потанцую, ну хорошо? Да, я уже нажимаю задание. Стыкели! Меня выгнали из клуба. Стыкели, паленько танцевать там нельзя, не сказали. Да, правильно говорят. Ой, мне 1500 дали! Да. Поехали за меня, продадимся. Блять, 8 человек на серии, да ёпты! Bad Orc из компании Сука! Просто посмотри на что. Хорошо! Посмотри! А чё мы за тебя продадим, и чё мне это копеечки не попадут на счёт? Как не подадут, если ты мне поможешь продавать, там же дают. Да, да, дадут мне 5000, Ирь. Спасибо, так машина припаркована. Это ваша? Конечно. Астероп Карин. Карина. Такой блядь. Классический охранник. Fuck you! И начали садиться просто. Все. Посмотри, кстати, посмотри на щиток, посмотри на щиток. Вот надо подожди. Видишь сзади щиток? Блять, сзади подъедь к щитку, говно. Вот к этому. Блять, выйди из машины, а? Какому? Говноед из автомобиля, выйди. Какому? Тебе сейчас будут меньше платить. Ну куда выйти? Чё ты хочешь? Там блоб нарисован. Да иди ты в жопу вообще. Я тут по секрету. Да, по секрету. Дум. Чё, так я тебе говорю, тебе тоже копеечки дадут. Да, 5000. Да не 5000, побольше. 6000. 6000. Ну, давайте пройдем. А с кем, как его еще продать? Никак, если мы не успеем вообще, там помнишь, там может 4 вообще по цикл каких-нибудь боссов добыть, все. 6000. Ух ты. Давай я серванс сделаю пустой. Все. Стой на месте, стой на месте. Стой на месте. Шеф подумал. Ой, иди в жопу, а. Иди в жопу, пожалуйста. Курва, ёпта. Такие классические такие напарники вообще. А, целая 1000 на лице, ух ты! Ой... Вот уже 7, уже нет никаких боссов, все одни говноеды, поехали отвозить. Давай. Есть. Нам нужен самолет, чтобы туда долететь, я не хочу ездить здесь по... Иди в пизду, сядь в машину, пожалуйста. У меня все нормально, у меня автомобиль есть. Сядь в машину, поехали в... А, у тебя еще и менты на башке, ну понятно. А, я зашел в твой клуб. У меня есть... Подожди меня, у меня шина пробила, не могу... У меня полиция меня врезалась, мне эпоха, конечно. Да подожди, я к тебе сяду на лицо. У тебя полиция, не хочу. Сидит просто за щеку, просто... Скажи, что потом твой друг там подошел. Давай. Отойди, да. Да я икаю, Хиро сидит и в жопу. В рот просто, в гортань просто. Да, это у тебя всегда такие праздники, Хиро. Как вообще сделать? У тебя вообще машина есть или ты такой, ну да говнище всяком умеешь? Да что ты делаешь? Я так этому комнарю позвонил, а, да? Чтобы полицию нахуй послать, а ты сразу же сел на него, Хиро. Да, ты что-то не...